Привет, жители тундры! В предыдущем ролике мы с вами говорили про 4 премиумные авиационные новинки патча 1.87. А самый первый ролик после патча был посвящен, без преувеличения, новому королю боевых рейтингов 9.0 и 9.3, Г-91 Ипсилон, ну или просто УС. Сегодня мы с вами разберем еще две новинки, но уже не премиумных. Одна из ветки развития Германии CL-13B с обреем К.6. Ну а вторая это французский Super Mister B2. Надежда французской тимы, да и всех союзников в целом. Давайте с него и начнем. Итак, всю информацию по нему вы видите на своем экране, но все же, почему он надежда Франции и команды союзников? Ко второму мы вернемся чуть позже, а про первое... Дело в том, что французам выбирать особо не приходится, когда они хотят поиграть на топ-бэрах авиации. Тут или ватюр, или ничего. А Брыган, Баруган и Ураган за самолеты топ-бэров считать мы не можем в принципе. Да, есть первый мистер, но судя по отзывам, та еще какашка. И выходит, что этот самолет не просто новый сверхзвуковой топ Франции, а реально ее надежда на то, что будет на чем играть, кроме ватюра. Помимо того, что этот самолет выходит на сверхзвук, правда в пикировании, он еще обладает достаточно всратым камуфляжем с вот этим, я бы сказал, очень красивым тигром. А еще он может похвастаться своим диким аппетитом. Да, у самолета есть форсажный режим, поэтому жрет топливом, как кастрированный кот. 20 минут вообще ни о чем, вам даже не хватит до конца боя. Всегда приходится брать минимум 30-ку. Кто-то скажет, а зачем постоянно топить форсаж? Мягко говоря, без него самолет не летит. Правда, если долго летать на форсаже, у вас может перегреться хуйле, ну или по-русски говоря, масло. То есть иногда придется все-таки сбрасывать форсаж, дабы все это дело остудить. А вот что насчет скорости, скороподъемности и всего остального, хватает ли нам этого? Как себя в принципе самолет ощущает в рандоме? И тут начинается самое интересное. Вы могли заметить довольно внушительную цифру в плане максимальной скорости, аж почти 1200 км в час. При этом наш флаттер где-то 1220-1240. Ну, в любом случае, я ни разу не достиг его и ни разу не развалил самолет от превышения скорости. Но есть два вопроса. Набираем ли мы максималку в принципе и как быстро мы ее набираем? Да, самолет разгоняется до максимальной скорости, но делает это очень и очень долго. От 0 до 7 соток вы будете еле тащиться. И даже с полосы трогаться вы будете чуть ли не самым последним. Но как только он преодолевает эту отметку, становится гораздо комфортней. Климп можно начинать где-то 900, ну или даже 1000-1050 км в час. Тогда можно залететь 1000 на 4 на 3 и еще остаться с запасом энергии. В целом, я считаю, у вас не будет возникать вопросов, ну или претензий к этому самолету в плане скороподъемности. По крайней мере, не должно. А вот что касается его управляемости. Скажу так, управляется он отлично, даже на больших скоростях дубеет, но не так, чтобы прям было невозможно что-то на нем сделать. Сносно. Достаточно сносно, и вот на скорости даже 800-600 или даже 500 км в час крутится просто офигенно. Да, приходится помогать воздушным тормозом, закрылками, но при этом самолет не бревно. Вы можете перекрутить при желании почти любого вашего противника, особенно если имели хоть какое-то преимущество над ним перед этим. Когда скорость ниже, чем 500 или 400 км в час, там же становится намного труднее, но за счет нашей неплохой скороподъемности все-таки можно взять верх. Но на вашем месте я бы давно уже вышел из маневра и начал набирать заново энергию. И очень хорошо, если под вами будет хоть какой-то запас высоты, чтобы в пикировании ее быстро восстановить. Если нет, то будет чуть сложнее. Теперь главный вопрос. А что по крылу? Как оно вообще ведет себя на больших перегрузках? Крайне ***ово. Оно вообще себя никак не ведет, оно тупо ломается. Может быть, я заелся, но другие истребители мне допускали такие ошибки на скоростях ниже, чем 800. Тут же, блин, крыло просто-напросто отстегнулось, хотя скорость была 750, плюс-минус. Так я к тому, что вот этот недостаток сводит чуть ли не на нет всю нашу маневренность. Почему? Давайте попытаюсь вам объяснить. Первый пример. Допустим, вы набрали максимальную скорость, увидели противника и начинаете строить на него заход. Как вдруг он поворачивает абсолютно в другую сторону, но за ним вы не можете последовать, потому что у вас максималка.
А довернув на максималке, думаю, не стоит вам рассказывать, что может произойти. Поэтому или летим дальше на полной скорости, а потом снова пытаемся на него зайти, ну или как вариант оттормозиться и со слитой энергией уже пытаться что-то вытворять. Второй пример. Вы все так же несетесь на дикой скорости где-то 0,99 Мах, как вдруг замечаете, что у вас 6. Причем там не самолет с 9,0 или 9,3, для кого вы будете недосягаемы на такой скорости, а, допустим, Т-2. Он спокойно вас догонит и распилит при желании. Что бы вы сделали в ответ на нормальном самолете? Выпустили бы тормоза, секунда-полторы, и уже начинаете уворачиваться и пытаться пропустить его. Здесь нужно ждать, пока ваша скорость будет где-то 800 км в час. 750 в идеале, и после этого начнет резко маневрировать. Можно попытаться и на 900, но ваше крыло лопнет, поверьте мне. А вот что касается вооружения, то здесь мистер вряд ли вас расстроит. Курсовое представлено уже известными нам по предыдущим двум роликам ДЕФА-552. Боезапас 300 снарядов, да и в целом, хоть я на них и грешил, пушки достаточно неплохие. Ну а дополнительно обвешать самолет, кроме двух ракет воздух-воздух, можно еще двумя ракетами воздух-земля, которые вы также видели в предыдущем ролике на премиумном Г-91, бомбами и нарами, но, честно говоря, они будут бесполезны, сами знаете почему. お前はもう死んでいる。 В итоге мы имеем самолет с отличной максимальной скоростью для БР-9.0, неплохой скороподъемностью, ну и никудышней динамикой, честно говоря, и огромным потенциалом, который в рамках War Thunder, к сожалению, реализовать он просто-напросто не в силах. Так как играть от скорости, исключительно от скорости, вам никто не даст, точнее, вам позволят это сделать, но вы будете просто летать из одного конца в другой, пока вашу команду потихоньку жирает ось. Я к тому, что пока Г-91 целки будут набивать по 2-3 фрага за бой, а то и больше, вы сделаете один, максимум 2, и это будет ваш предел. Конечно, можно и от маневра пытаться на нем играть, но от маневра у вас не всегда будет получаться это делать, и вы уже понимаете почему. Ну а мы переходим к следующему самолету. Канадский Сейбр ветки развития Германии. Занимает боевой рейтинг 9.3 и от своего старшего брата, во-первых, отличается более мощным движком, во-вторых, несколько иной конструкцией крыла. Ну и да, может нести две ракеты воздух-воздух. Думаю, вам не стоит рассказывать то, что этот самолет почти идеален во всем, за исключением двух нюансов, про которые чуть позже. Если предыдущая целка до сих пор кошмарит рандом, то чего рассказывать про эту? Она творит самый настоящий хаос. Самолет динамичный, очень хорошо климбится и при этом обладает внушительной максимальной скоростью. Маневренность также на высоте, то есть перекрутить мы можем большую часть своих противников. И самое главное — это сетап. Мы играем за ось, то есть винрейт высокий, париться особо не придется, и команды, ну, по моему опыту, попадаются более адекватные, чем у союзников, к сожалению. А вот по тактике игры самолет ни к чему не привязан в принципе. Хотите играть от маневра? Играйте от маневра. Захотели поиграть от скорости? Берете и спокойно играйте от скорости. Это в нем достаточно удобно. А еще удобно то, что целки не принципиально кого сбивать. 9-0, 9-3, может быть даже 10-0. Да, там придется попотеть, но... Настолько охреневать, как я вот сейчас, и чувствовать себя безнаказанным не стоит. Знаете меру. В общем, коль с этим самолетом и так все понятно, давайте поговорим на более важную тему. А точнее, баланс. Баланс на топ-БРах. Я думаю, сейчас многих это больше всего интересует, нежели новая целка, которые и так всех, если честно, задолбали. Так вот, лично я не понимаю, кто и чем думал, когда вводил этот самолет. Где-то полтора, а то и все два года игроки говорили без остановки: ось на топовых БРах авиации рвет все и вся, сделайте что-нибудь. После этого разработчики принимают крайне грамотное решение. Вводят новую целку, более мощную, и более мощный совершенный Г-91. Давайте просто похлопаем.
Короче, МиГ-15, Сейбр опять и прочий мусор с 9.0, который и так был неиграбельным все это время, стал еще более неиграбельным. А еще жалко бывших хантероводов, да и в целом британцев, так как у них не то что сейчас сверхзвука ветки нет, там даже и самолета топового толком не наблюдается. Мне с одной стороны все равно, ведь я играю на всех нациях, и если, допустим, не гнется на это, я пересаживаюсь на другую. Но вот игроков жалко, которые целенаправленно прокачивали сейчас одну из угнетаемых наций. Короче, ситуация получается достаточно некрасивая. И руинит, если не полностью, то хотя бы частично все те положительные изменения на топ-бэрах авиации, которые были предприняты до этого. А предпринято было многое. Та же переработка бэров, хоть частичная, но согласитесь, видно, что начали разгребать все то дерьмо, которое за вот эти 2 или 1.5 года накопилось. Хотя не только за 1.5 или 2 года, а гораздо большее время. Короче, хотелось бы, чтобы к следующему мажорному патчу вся эта ситуация хоть как-то да решилась. А то люди как быстро пришли на топ-ранги авиации, где, как по мне, геймплей нынче стал намного лучше, чем раньше, так быстро оттуда, к сожалению, и уйдут. Ах, точно, вернемся к двум нашим самолетам. Каков будет вердикт? Мальчик. Ладно. Керосинчика нам принеси. Ты не понял, мальчик. Керосинчика нам принеси. Мы на филд летим. Подписывайся на Гаджента. Ну а если ты хочешь поддержать канал рублем или повлиять другим каким-либо способом на его развитие, заглядывай в нашу группу ВКонтакте. Ну и также все нужные для тебя ссылки есть в описании.